региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно с управлением ГИБДД, а также сотрудниками администрации муниципалитета в преддверии нового учебного года провели всероссийскую акцию «Дорога в школу». Мероприятие подразумевает обследование дорог и пешеходных переходов возле общеобразовательных учреждений, выявление аварийно-опасных участков и исправление ситуации. Так, в городском округе Щелково осмотрели дороги и подъезды возле лицея номер 7, школ номер 8, 1 и 10. Особое внимание уделили наличию всех необходимых дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов. Очень важно, чтобы школьники имели возможность безопасно передвигаться к образовательной организации. А для этого сегодня мы выявляем недостатки в обустройстве дороги. Так, например, возле лицея номер 7 в прошлом году положили асфальт и был установлен необходимый знак «Место для инвалидов». А вот где-то необходимые изменения еще только предстоят. Около 8-й школы мы увидели то, что дорога требует ремонта. Она внесена в план капитального ремонта на 2021 год. И работы будут выполнены до конца года. Итоги проверки удовлетворительные, но возле некоторых школ еще остаются участки, которые требуют внимания. Знаки везде на месте, пешеходные переходы, кроме 8-й школы, там он стерт, везде на месте. Светофоры везде работают, ограждения там, где надо, стоят. То есть все подходы у данных школ, в принципе, соответствуют всем нормам. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.